27 миллионов рублей в будущем году будет направлено на ремонт дорог в Кунгуре. Соответствующая информация появилась на днях на интерактивном сервисе «Управляем вместе», благодаря которому жители региона своей инициативой могут отремонтировать дороги, лично отследить строительство скверов и прочих элементов городского благоустройства. О том, как это работает, наш следующий материал. Активную гражданскую позицию наравне с другими жителями Прикамья продемонстрировали кунгурики и пользователи портала «Управляем вместе». Они активно делятся своими замечаниями и присылают предложения по развитию своего города, на что получают ответные действия от чиновников различного уровня. Интерактивное общение с жителями таким образом позволяет получать живой отклик и улучшать городскую среду практически в живом времени. Так, например, в начале октября на сайте стартовало голосование по ремонту дорог. Людям предложено самим выбирать территории. На сегодня кунгурики уже оставили 18 сообщений с адресами самых разбитых дорог. Среди них улица Иренская в деревне Болотово, Барановская, ряд дорог в Нагорном, Плехановский тракт, Красноармейская и Прикамская улица. Кроме того, уже определены 4 дороги, которые уже точно будут отремонтированы в будущем году. Это участки автомобильных дорог по Гребнево, Красноармейской, Ленина от Уральской до Коммуны и Микушево. Общая стоимость ремонта дорожного полотна в 2018 году составит чуть более 27 миллионов рублей. Это средства софинансирования краевого и местного бюджетов. Напомним, проект «Управляем вместе» был создан по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова для создания эффективного диалога с жителями региона по хозяйственным вопросам. Всего за время существования портала со своими замечаниями о работе коммунальных служб и подрядчиков обратилось 629 человек. 26 предложений отправили. По улице Свердлова необходимо устройство асфальтированного покрытия, так как оно просто отсутствует на данном участке. По Красногвардейцев необходим капитальный ремонт дороги с устройством тротуаров. По Степана Разина необходимо асфальтирование, так как дорога в ненадлежащем состоянии после раскопок коммунальных служб. Дорожное полотно в надлежащий срок не восстановлено. У жителей Кунгура еще есть возможность предложить свой объект, требующий ремонта. Заявки принимаются до 8 ноября. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте «Управляем вместе», написать предложение о реконструкции дороги. Необходимо отметить, что важна еще и реакция других жителей, а именно их голосование, по результатам которого будет выводиться рейтинг. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в шорт-лист дорог, приоритетных для включения в программу на 2018 год. Дарья Гребнева, Алексей Долгоруков, Вячеслав Алексеев, Михаил Бабушкин, телекомпания «Кунгур».